Всем салют, с вами Альтер, и это прослушка. Наконец-то, чуваки, месяц целый я ничего не снимал, ничего не слушал. Последний раз я слушал альбом Джастина Тимберлейка, и я до сих пор его слушаю. Это просто шикарнейший альбом. Шикарнейший альбом. Я люблю творчество. Я люблю, когда создают музыку, когда делают красиво все. Когда приятно слушать, когда куча инструментов задействованы и так далее и тому подобное. Я не люблю, когда из говна делают конфеточку такую, которую съедят, понимаете, да? Я попрошу удалиться фанатов творчества LJ сейчас, потому что я не люблю его творчество, и я могу как-то некрасиво отзываться о том, о сём. Но в конце я скажу своё мнение. А теперь мы слушаем его новый альбом Sayonara Boy X или 10, я не знаю, поехали. Я тупо смотрю на песни, тут у меня ничего не играет. Насколько я знаю, Sayonara Boy — это типа «Прощай, мальчик», как я вычитал где-то. Он, видимо, попрощался со своим прошлым, с тем LJ, которого мы знали. А тот LJ был очень, очень перспективный рэпер. Твой взгляд прекрасен, как этот день за окном моей тачки. Я удалю все печатки на экране. Как все просто, мне кажется, весь альбом он такой. Вот тупо бочка фигачит. Такой легкий текст. Вот видите, все очень просто. Ничего сложного, легко запоминающееся. Я удалю секретарь телеграм, все. И меня так бесит автотюн. Все очень модное. Что модное, то хавают люди. Вот, пожалуйста. Хороший пример. Ну так. Так. Сузуки. Вот недавно вышел трек, и он уже играет в клубе. Да. Когда я услышал этот трек, я подумал, блин, это же хуже, чем «Розовое вино» или «Эй, гайз», там, ну, вот такое что-то. Ну, типа, как под это вообще танцевать? Зачем это вообще слушать такое? Ну, в итоге это слушается и под это танцует. Чувство вкуса. Чувак, не-а. Ну, чё за тексты-то, а? Ну, хоть тексты бы лучше писал. Туса, где будут играть только треки LJ, мне будет не по душе вообще абсолютно. Но вот я что заметил, в клубе за одну ночь 10 раз могут прозвучать треки LJ. 10 раз! Одни и те же просто диджеи меняются, и они просто одни и те же треки его включают. Очень долгая концовка с мопедом. ZEF 2.0. Не слышал первый, но думаю, и вторая мне тоже не зайдет. Вообще, это будет быстрая прослушка, наверное, всего. Потому что я тупо молчу. Чё за хуйня? Треки такие для дискотек, потанцевать, видимо. А какой трек вам больше всего зашел? Пишите в комментариях. Может, я его еще раз переслушаю. Я надеюсь, что не этот. Sayonara. Еще раз надо было. Sayonara. 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 Ой, вообще круто. Мне так нравится, когда так рифмуют. А, это припев был. Окей. Это другой припев какой-то, что ли? Тут два припева. Это такой текст? Чё, блядь? Это же хуже попсы даже. Время и стекло куда круче, чем LJ. Мне сейчас даже не стрёмно стало за то, что я сказал. Время и стекло куда пизже, чем LJ. Тупая попса. Тупейшая просто попса. Ребенок, рожденный сиять. Зависть во мне. Сижу, слушаю, загоняюсь. У него-то бабла дохуя, а у меня-то нихуя. И я еще за счет него, за счет его альбома, хочу что-то
добиться. На самом деле я просто так записываю прослушку, потому что давно я уже ничего не прослушивал, и вот как раз у Джея вышел альбом, почему бы нет? Я вот первый раз слушаю его. Записал говно, люди схавали, все, и ты молодец, красавчик. Минимум. Трек, который уже вот здесь вот у меня. Но я даже знаю припев. Сейчас я попробую выдать. На баре синий мы танцуем под минимум. Да-да-да, ты красивая, но таких, как ты, дохуя. Это было несложно. Тут как бы... В чем прикол тупой попсы? У них простые тексты, простые припевы, которые садятся в голове, и ты тупо начинаешь это напевать. Вот это меня бесит. И поэтому я такую музыку не слушаю. Давайте помотаем, а как бы мы же знаем, что это за песня. Nokia. Thunder Boy. Вроде нормально же было, зачем было засирать вот этим? Саунд хорош, мог бы раскачать, если не этот тупейший текст. Hey guys, G-Paul, ремикс. Я не очень люблю ремиксы. Я не очень люблю LG. Как вы думаете, зайдет ли мне этот трек? Ну почему? Почему этот ремикс попал в альбом, а? Как бы дебильную песню ремикс никакой не исправит вообще. Она также останется отстойной. 3 минуты прошло. Ничего там не изменилось особо, просто музыка. Растворитель. Тихо. Я танцую на могиле под рингтон своей мобилы в однокомнатной квартире. Зрители прослушки, наверное, в курсе, что я очень такое особое внимание уделяю трекам последним, завершающим в альбомах. И здесь хороший трек, вроде бы. Все по кайфу. Почему не весь альбом такой? Почему там столько говна, а? В принципе, вот сейчас было неплохо. Нормальное окончание альбома. Альбом так себе, мне не зашел. Потому что, ну это и понятно, почему я не поклонник его. И я ожидал все-таки, что мне хоть что-то зайдет. И более-менее для меня треки «Растворитель» и «Nokia». Но «Nokia» там что-то с текстом не то, по-моему. «Растворитель» тоже неплохой, в принципе. Все остальное шляпа, полнейшая шляпа. Вот. Но, что я хочу сказать. LJ – красавчик. Красавчик в том плане, что... Он раскрученный, хороший такой, популярный коммерческий проект. Он гребет бабки и делает свое дело, там, помогает семье своей. Хоть и какие-то бабки там могут быть незаконно получены. Но за счет своего творчества, всех этих песен, концертов и так далее, у него неплохой заработок. И он помогает семье, и это круто, если ему верить, если верить его текстам. Ну а сам как персонаж, как артист, он так себе. Ну, для меня он не музыкант. Я вот люблю музыку. Для меня он не создавал ничего такого крутого. Поэтому я даже не буду переслушивать ничего, если честно. Все на этом, пожалуй. Простите, пожалуйста, за... какую-то грязь. Вы можете, конечно, писать мне в комментариях, то, что я ничего не понимаю и так далее. Я уже привык все это читать. Я читаю комментарии, я все вижу. Спасибо всем за комментарии, за хейт, за позитив и так далее. Вы, ребята, крутые. Спасибо тем, кто до сих пор смотрит прослушку, кто ждет эту прослушку.
Такие люди есть, их немного, но я им очень рад. Спасибо вам огромное. Вот. Ну и постараюсь как-то почаще делать прослушку. Я просто не знаю, что можно прослушать. Джах Калиб. Может быть его, я не знаю. Жак Энтони. Не знаю. В общем, пишите в комментариях, какой альбом мне стоит заценить. И я попробую его послушать. ЛДЖ уже послушал. Значит, мне все остальное не страшно. Всем пока. Check it out.